противопаводковый штаб открыт в Актобе. Работают два телефона горячей линии. Специалисты обещают решать проблемы населения оперативно по первому звонку. В штабе базируется вся спецтехника и запасы инертных материалов. Для эффективной работы водооткачивающую машину оснастили GPS-навигаторами. Словом, к возможному резкому таянию снега и подтоплению в Актобе готовы на 100%. В городе продолжают вывозить снег и очищать арыки.